Простой рецепт лепешек на цельнозерновой муке. Это более полезная альтернатива хлебу, которую можно смело сочетать с любыми начинками. Для приготовления лепешек потребуется всего пара ингредиентов, но вкус получается потрясающий. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цельнозерновые лепешки. Для этого рецепта была использована ржаная цельнозерновая мука, ее можно заменить на пшеничную. Мука цельнозерновая 250 грамм. Вода 150 мл, теплая. Соль, 1/2 чайных ложки. Количество порций 2-3. Подготовьте все ингредиенты. В большой миске смешайте муку и соль. Добавьте теплую воду. Замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на 30 минут. Разделите тесто на кусочки, раскатайте тонкие лепешки. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Обжарьте лепешки пару минут. В процессе приготовления лепешки должны стать пухлее. Выложите их друг на друга, по желанию можно смазать лепешки маслом. Цельнозерновые лепешки готовы, приятного аппетита!